У нас у всех дома есть куча мелочей, которые где-то нужно хранить. Что мы используем для этого? Мы берем банки из-под кофе, чая, даже печенья, кто-то даже из-под коробки из-под обуви. Но зачем? У нас для вас есть решение. Набор плетеных коробок «Матрешка». Они сделаны из сыти, их 7 штук, которые складываются одна в другую. Посмотрите, это действительно как русская матрешка, которая собирается и вставляется одна в другую разных размеров. Посмотрите, вот такая маленькая, очень красивая. Она украшена вот такая, декорирована узорами разноцветными. При этом плетение из сыти. Сыть – это природный материал, экологически чистый. Заметьте, это ручная работа, а ручная работа очень ценится в современном мире. Очень красиво и стильно. Посмотрите, как здорово. Не только разного диаметра эти коробочки, но еще и разной глубины. Вот это вот уже покрупнее у нас коробочка. И заметьте, они все у нас с крышками. То есть вы можете что-нибудь поместить и закрыть крышкой. Крышка вот такая с ручкой. Что очень удобно, компактно и просто прекрасно в хранении. Плетение плотное, не рассыпется, посмотрите, то есть все очень плотно, очень прочно, сыть очень экологично, приятно на ощупь и надежно держит форму, фиксируется в такой вот круглой форме, посмотрите. И еще вот мне очень нравится узор, такой действительно руссконародный, правда, как матрешки, то есть можно собирать, складывать, можно хранить одна в другой, как вот мы здесь в данном случае. Смотрите, вот мы так все это складываем, одна, как русская матрешка, одна в другую. Сюда же сверху мы положим наши крышечки, закрываем, и можно хранить в таком вот варианте. А можно хранить отдельно, в разных, как бы разных частях дома. Посмотрите, мы все это закрыли, и все, и поместили куда нам нужно, на полку, на антресоль, да куда угодно. Что же можно здесь хранить, спросите вы. Давайте посмотрим. Девушки меня поймут. Мы знаем, что лаков много не бывает, и у нас всегда возникает проблема, куда же их положить так, чтобы нам было удобно их достать. Вот в такую коробочку. Посмотрите, они прекрасно перебираются, можно выбрать то, что нам нужно, каким лаком мы хотим сегодня накрасить ногти. Сюда же можно поместить пилочку и маленькие маникюрные ножницы. То есть все очень удобно, комфортно и компактно, ничего лишнего. Закрываем, все это фиксируется и хранится очень удобно. Но это еще не все. Второй вариант. Все мы любим шить, вязать, что-то вышивать. Это можно использовать как такую коробку под творчество. Смотрите, можно поместить сюда иголки, нитки, сантиметр, лоскутки ткани. То есть все то, что вы используете, если вы шьете, вяжете или занимаетесь каким-то вот таким рукоделием. Удобно, ничего не пропадет, не потеряется, и при этом все вот так вот надежно и плотно хранится. Коробки дышат, потому что есть вот такой вот воздухообмен там внутри. Где вы обычно храните лук? В чулках, на балконе? Это же прошлый век. Или, может быть, вы храните их там в пакетах полиэтиленовых, и лук гниет и портится? Но посмотрите, как удобно. Это все очень здорово, при этом через отверстие лук дышит и не портится. То есть он сохраняется всю зиму у вас на кухне. При этом домашние могут прекрасно знать, где хранится ваша коробка с луком, и если вдруг они решат вам помочь, то смело это сделают. Но и это еще не все, дорогие друзья. К вам пришли гости. Такое часто бывает, правда? Что мы делаем? Мы достаем, как обычно, хрустальную посуду, но зачем? Смотрите. Мы можем просто сложить все в нашу волшебную коробку из сыти. Мы ставим украшения, баранки, сушки, конфеты и складываем все в нашу вот такую коробку из сыти. Посмотрите, как удобно, как главное красиво, стильно, удобно. И при этом хрусталь, он бьется, а вот такая коробка, она, с ней ничего не будет. Это экологично, вы можете даже на пикник, на дачу, на природу, да куда угодно ее с собой взять. Посмотрите, как здорово, красиво и стилизовано. Итак, комплект из коробочек из сыти в размере 7 штук коробок в каждом комплекте. Цена Shop & Show 990 рублей. Спешите, звоните и заказывайте по телефонам, которые видите на ваших экранах. Звонки с мобильных совершенно бесплатные, так что вы ничем не рискуете. Всего доброго и до скорых встреч!